Новая школа. Как скажешь, переходишь в 7 класс, это уже странно. Не читая остальных. Я даже не помню, что во мне особенного. Наверное, что-то родители мне не договаривают. Интересно, что? Так, забыла вам сказать. Меня зовут Рэйчел. Мне уже 12 лет. Не так строго. 10 лет мне было как-то нормально, но одиноко без своих родных одноклассников. Может быть, однажды я найду того друга, который будет заботиться о мне. Это рассуждать, садись. Мама. Что, мама? Хэмич? Ну, твой папа никогда бы так не поступил. Мама, ты от меня что-то скрываешь. Признай это. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Если бы я что-то скрывала, я бы давно уже об этом знала. Да, мамочка, да, да, да. Слушай. Мама. Мам, не начинай. Да садись ты уже поесть. Как тебя тогда звали? А, Аня, а что? Ничего, меня зовут просто в школе какой-то признавенной. С чего ты это взяла? Да, мама, я не знаю. Мне сегодня приснился мой класс. Я не понимаю. Милочка, скоро все поймешь. Да ладно. Кушать не буду. Привет. Ребят, смотрите, Призракова. Что? Кто такая Призракова? А чего ты? Это Призракова со мной сделала. Как ты могла побить такого маленького мальчика? Про что? Да ты не помнишь, твоя подруга Реджел, она... То ли это была она, то ли это была ты. Но помнишь, что какая-то там фото? Ты типа такая главная. Уходи, не повторяйся. Я не пойму. Нет, можно я возле тебя сяду? Такое. Сестричка. Сестричка. Что это по-твоему называется? А? Я не могу тебе показаться. Да я даже не знаю, где ты. Можешь не прятаться, пожалуйста? Ты меня пугаешь. Степени, что я сейчас не знаю. Неужели нет никого, который бы не считал меня той сестрой, которая избила маленького старшеклассника? Какого-то пацана смыла директора в унитазе, и все думают, что это я. Почему такое страшное имя? Это Призракова. Ничего не понимаю. Что-то такое скрывается от меня? Ничего не пойму. Прости, я такой неуклюжий, да ничего. Извиняюсь, что попортил тебе прическу. Вот, по-моему, бант лежал. Спасибо, что помогаешь. Ты только пришел в эту школу? Да. Я никого тут не знаю. Почему все боятся тебя и начинают называть тебя Призраковой? Поможешь мне в этом? Я не знаю. Как тебя зовут? А... Глеб Костович. Что? Глеб Костович. Ты друг моего папы, он же умер. Мне кажется, что твоя мама что-то скрывает. Ты глядел за мной? В
кроме твоей комнаты. Я не мог увидеть ни окно. Окно. Там закрывали эти шлямки. Сейчас, секундочку. Тебе давай шлямки. Давно ты за мной следишь? А, не знаю, с этой субботы. Сегодня. И кто же тебе сказал последить за мной? Ты что, мне не веришь? Да ты вообще не знаешь, кто такая она. Она прямо зло во плоти. Ты лучше послушался меня. Или это все реально плохо закончится? Я пойду только к одному человеку, чтобы он мне разъяснил эту историю мамы. Кто пытался убить моего папу, но все обошлось. Он до сих пор такой негодник.